стоит молодой человек с фонариком. У него больной вид, лысая голова с тонкой розовой кожей. На нем шляпа. Мне удалось спастись. Я не боюсь повторного заболевания и хожу по домам. Ношу хлеб и запасы, если у кого нет. В случае заболевания всех членов семьи оставьте дверь открытой. Тот из вас, кто спасется, может так же, как я, помогать людям, спускать трупы и так далее. Спасибо. Нам не надо. Надо установить нормы. Не каждую же ночь Виталию ходить на дело. Ты колонку так не расходите в следующий раз. Может, ведь не хватить. Две банки максимум на все тело. Вот в таком ключе. А вы дайте свой. У вас французский есть, я знаю. Вам же не жалко на такое дело. Виталий, прекращайте, стыдно. Что вы делаете? Ребенок увидит. Малышка, ты слышишь меня? Подойди к двери поближе, не бойся. Скажи хоть что-нибудь. Папа не слышит. Все спят. Не молчи, ну пожалуйста. Не молчи. Ты там, значит, Муську кормишь? Опять? Да? Она не Муська, она Сюсюся. Сюсюся. Ты хочешь подохнуть или пусть Сюся пожрет как следует? Кто важнее, человек или кошка? Самое страшное, что все это оказалось правдой. Yeah, fucking poses. 'Cause I'm a sober now, so I'm sober.